Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока следующая. Данная точка МЦ2 Тяньцзюань контролирует эпигастральную область. Ну, конечно же, сейчас все подумают, что же это за область, и чаще всего она воспаляется, либо боль, дискомфорт в этой области из-за желудка. Ну, частенько люди обращаются, да, с этим, но не всегда. Почему? Потому что это может быть и нарушение дыхания, и болезни сердца, вот, и нарушение глотания, вот, и дискомфорт в области сердца может привести и раздражение желудка, воспаление слизистой, воспаление поджелудочной и раздражение кишечника и отделов желудочно-кишечного тракта. Все это может проявляться в болях и дискомфортах эпигастральной области. Но вы знаете, здесь мы традиционно скажем, что нельзя только с помощью данной точки сразу же вылечить эту область. Почему? Потому что все-таки здесь связь идет с желудочно-кишечным трактом, который контролирует все 12 меридианов. Здесь связь идет с сердцем, который контролирует 9 меридианов сердца, контролирует из 12. Обратите внимание. Здесь и поджелудочная железа с органом, которым шутить нельзя. Здесь и желудок может быть, из-за чего он воспаляется. Человек может быть не следует простым правилам диеты, ест только всю грязную, мертвую пищу, вследствие чего и желудок грязный, и мертвый, и весь орган грязный, мертвый, организм, простите. Это может быть и язва. Вот. Так что здесь очень много нюансов, здесь нужно, скажем так, обследование человека, чтобы выявить. Если это не язва, уже хорошо. Если это не грыжа пищевода, уже хорошо. Если это не воспаление желудка, уже хорошо, нужно искать, что, в каком состоянии меридианы, которые простираются по данной области. Мы смотрим, что данный меридиан перикарда точно так же контролирует эпигастральную область. В каком состоянии данный меридиан? Мы показали один. А если мы еще возьмем меридиан почек, печени, поджелудочная железа, желудка, в каком состоянии данный меридиан тонкого кишечника? Многие скажут, мы не знаем. Потому, чтобы вы не гадали, от чего у вас болит эта область эпигастральная, то, пожалуйста, диагностика 12 меридианов вам в помощь. Если слабые, вялые меридианы, то мы включаем в рецепт точку МЦ2 Тяньцзюань, которую тонизируем, или наоборот, все 12 меридианов воспаленные, это воспаление отражается именно в эпигастральной области, ударила туда болезнь, то мы снимаем все воспалительные процессы, включаем в рецепт точку, которая МЦ2, которая и снимает все воспалительные процессы и избыточную энергию. Но помните, уважаемый зритель, важно знать, откуда болезнь, то есть эта энергия пришла. Чем вы ее упустили, раздразнили? Поменять может образ жизни. И помните, навести порядок — это одно, а вот содержать порядок — это совершенно другое. Спасибо за внимание.